Я заснувший пассажир, поезд, жизнь. Наплывают миражи, сна, лжи. Человек из мира, появившийся в окне, бестелесностью пожал руку мне. И сижу заворожен миражом. Понимаю я уже в мираже, как здесь тихо, как легко, как все стало далеко. Неужели миражи — это жизнь? В том, что ваш сосед брюзжит, миражи, или ножками бреджит, миражи, и словами крепко сшив, надевают миражи. Неужели миражи — это жизнь? А бывают миражи? Бывают миражи, как ножи. Миллиард людей сожжен миражом, и совсем не заметал Мефистофель просто стар. Люди гибнут за мираж, их наш. Миражи-то миражи, но попробуй докажи. Каждый ты хочет, чтоб он так был, жил. И догадкой поражен, неужели миражом станет смысл бытия и жизни?